Всем здорова! С вами снова я, Илья и Матфей. Матфей сегодня просто снимает. И произошла такая ситуация. Короче, в прошлом видео я снимал челлендж бутылку с водой. У Матфея было 2 очка. В конце видео у меня почему-то затупил телефон. Видимо, сел, я не знаю. И видео остановилось, оборвалось. И она замонтажировалась, уже была замонтажирована и загрузилась на канал. Короче, вы просмотрели это все. Я вроде видел что-то там около 10 просмотров, одного лайка вроде. И в том же видео, когда я закончил это все делать, поставил телефон на зарядку, начал с Матвеем играть в хоккей и деревянным мячиком пробил стекло. Вот, даже покажу. Вот, я просто играл и деревянным мячиком пробил это стекло. Да, короче, все вышло как-то неожиданно, и меня жестко наругали родители. Жестко наругали. Потом я где-то дня 3 не выходил из комнаты, боялся, то, что будет меня татарь. И я сожалею за этот поступок. Короче, я уже вернулся, вот новое видео. В этом я видео расскажу просто, как можно улучшить свой контент. Вы можете делать разнообразные видео без монтажа, чтобы они были светлые, красивые, ну всякие. Короче. Можно сказать то, что всякие видео могут быть разнообразными, получать по много лайков, дизлайков по мало, но желательно. Мы разрастаемся как можем. У нас 4 подписчика, за что мы благодарны. Лайки тоже соответственно исполнили 2, но это тоже уже да. Спасибо вам за лайки, спасибо за подписки. Итак, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!